Все три лотка имеют прямоугольную форму. Первый туалет – туалет для малых собак со столбиком размерами 40 на 50 см фирмы Unizoo. На сайте шиншилка.ua он идет под кодом 7397. По сравнению с остальными двумя туалетами, эта сетка гнется, она сделана из материала, похожего на хорошую резину. Второй туалет, представленный в данном видео, фирмы Fashion, с размерами 54 на 41 сантиметр. Сам туалет сделан из пластика, он фиолетового цвета. Сетка также выполнена из пластика, она желтая. Между туалетом и решеткой следует положить специальную впитывающую пеленку, а можно ничего не класть. Молодые щенки, которые еще не приучены к улице и не могут долго терпеть, будут знать, что в доме есть место, где они могут справить нужду. Третий туалет, представленный в данном видео, фирмы Trixie. Он имеет размеры 49 на 41 сантиметр. И на сайте шиншилка.ua идет под кодом 9585. Данный туалет подходит для использования со щенячьими памперсами. Представляет собой лоток с бортиками, которые препятствуют вытеканию влаги, даже если памперс полностью промок, но сплошное, без сет. Лоток достаточно помыть раз в сутки водой и чистящим средством, без резкого химического запаха. У всех лотков есть антискользящие ножки, на которых они находятся. Туалеты не особо отличаются размерами. Они отличаются цветом, наличием сеток, наличием столбиков.